Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды я забираю с превеликим удовольствием. Заходим в магазин и открываем бесплатный пак. И нам достается, кто это, интересно? А, змей Ковьон. Не признал. Что у нас по заданиям? Так, открыть колоду я уже сделал. Пройти серию испытаний. Ну что, пойдем быстренько пробежимся. Мы к тому же с тобой недавно только начали все с самого начала, да? Смятение с другого измерения. Так что очень долго нам придется здесь проходить. Ну, как только мы дойдем ближе к Крэнгу, естественно, сделаем полное прохождение. Именно когда мы будем бомбить Крэнга. Потому что я не теряю надежду получить все-таки там в паке ДНК именно на Крэнга. Потому что остальные персонажи у нас уже есть собраны. Так, ну что, тигриный коготь не сдается, ты посмотри. Воу, какой крепкий. Майки практически не наносит ему урона. Тут только Усагина поможет. А на второй волне нас поджидает вот такая вот шайка-лейка. Ну-ка, Лео, порви их, пожалуйста, всех. Да куда уж там, порвал. Так, король упал. А змей-ковьюн? Да, падает. А Джастин? Изи. Ну, по-другому не скажешь. Так что, ребятушки, все отлично. Мы прошли с тобой это испытание, забираем награды и пойдем прокачивать кого? Конечно же, нашего Сплинтера. Давай ко мне сюда награду. Поднять уровень персонажа. Так, сразиться в 3 и в 10 боях. Давай-ка потом, ребята. Потом. Где у меня Сплинтер? Вот он. Ну что, нам надо с тобой найти, елки-палки, еще двое наушников. Двое наушников, давай попробуем вот здесь вот. Нет, мимо. А сейчас? Да ладно, один какой-то журнал выпадает нам. Я офигею, хан. Вот это подстава. Так, первые наушники есть. Да господи, не туда, вот здесь вот нажать надо было. Два наушника, все, ребята, остается найти нам с тобой 10 ящиков с инструментами. Ну, поехали, попробуем здесь. Ага, один есть. Второй. Третий. Так, еще 7 нужно, да? Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И еще 2. Ах ты. 9 и последний. Да чтоб тебя. Ну, вот он. Вот он, друзья мои, ящик с инструментами. Соответственно, мы с тобой прокачиваем до 5 ступени вознесения. Вот так вот. А дальше нам нужно будет 2 куклы Дарума, 10 катушек с пленкой и 12 номеров. Слушай, ну, прилично нужно будет нам с тобой тут собирать. Но зато прокачаем уже на последнюю 6 ступень. Так, ладно, сейчас я хочу поднять левел нашему Шреддеру. Так, 89-й, ребят. Еще один уровень, и он станет 90-м. Это круто. Так, что у нас с тобой в магазине? Давай посмотрим. К сожалению, ничего нету, да? По монеткам. Так, по монеткам у нас все шикарно. Алапекс, иди сюда. Еще, друзья мои, 7 ДНК, и мы ее прокачаем. Это круто. Ну а по жетонам у нас, ну, естественно, все очень плохо. Очень плохо добываются жетоны, на самом деле. Мы, кажется, все с тобой приобретем за монеты вначале, а потом будем только лишь докупать то, что останется на жетонах. Вот, кстати, у нас с тобой здесь жетончики. Но это я уже буду за кадром делать. 6 часов до конца ивента вот этого. Ну что, по испытаниям у нас с тобой пока все закрыто, а мы уже с тобой здесь все прошли. Так, здесь же тоже, да, здесь все абсолютно пройдено. Ну, здесь мы с тобой не смогли, потому что уровень не позволяет. Кстати, давай мы с тобой потратим сейчас сыр, но здесь придется кое-что докупить. А лучше, наверное, накопить $1050, да, чтобы взять 250 телепортов.
Да, я не буду сейчас пока тратить именно доллары. А сейчас мы с тобой попробуем немножечко пофармить. Была не была, как говорится. Эх, 7 осколков. Дальше. Блин, вот, ну кукла Дарума, в принципе, нам нужна будет. 40 жетонов, ну, не надо, пожалуйста, давайте. Да какие доллары, блин. Давай что-нибудь путевое, вот. Друзья мои, Аллапекс нам выпало. Ё-моё, Шинигами. Пошло, кажется, дело. Ядрить тебя, макарить. Кунаичи, все. Прикинь, я сейчас вытащил все самое вкусное. Да, самый топ. То есть Кунаичи, Шинигами и Аллапекс. Ну, а Морзинную кошку мне не нужно. Единственное, что у меня осталось всего лишь 8 телепортов. Как я буду проходить, извини меня, боевки, пока не знаю, ребят. Ладно, я доволен. По 2 ДНК урвали, это круто. Ну что, погнали с тобой теперь на арену. Нам нужно, ё-моё, я в Лиге Самураев 2 звезды. Как это так произошло-то, а? Ну что, будем с помощью Лео гнать или как? Я предлагаю с помощью Лео вырваться, ну, не в топ, конечно же, но мы с тобой можем отыграть вот этих персонажей всех. Помнишь, как мы раньше с тобой делали, да? У нас был вначале буст, потом нас на бусте скидывали. И на следующий день мы с тобой повторяли, типа уже, ну, буст, но урезанный, так скажем. Потому что все равно противники, как ни крути, будут круче, и отыграть одним Леонардом у меня просто не получится. Но, тем не менее, мы можем с тобой подняться по рангу, а это самое главное для нас. Смотрим, какая позиция у нас с тобой здесь будет. 59-я. Причем, смотри, мы довольно неплохо летим. Довольно неплохо, так что я предлагаю все-таки, наверное, с помощью Лео это все дело прокручивать. Мы могли бы с тобой сделать как раньше, да? Брать, предположим, ну, 50-го уровня, да, персонажей. Но тогда вот эти вот малыши у нас, к сожалению, пропадут. Пропадут в плане того, что они не будут отыграны. Поэтому ты уж как бы извини, давай немножко потерпим, отыграем. У нас что с тобой главное? Главное рейтинг. Главное рейтинг, главное, чтобы мы с тобой получили в конце недели платиновые осколки. У нас уже, хотел сказать, немножко осталось персонажей перевести в платиновый ранг. Наоборот, у нас очень много персонажей, очень много. И половина из них очень достойны, чтобы пойти в платиновый ранг. И мало того, что в платиновый ранг, ребята, мы потом же будем еще прокачивать им скиллы. Ты понимаешь, да? Вот смотри, у нас есть с тобой сейчас испытание, да? Про черепашек из космоса. Почему я не могу там пройти его полностью? Да потому что Ванюша, кто у нас там еще? Ваня, по-моему, там Карайка присутствует, да? Они не имеют топовой прокачки. Только лишь из-за этого я не могу пройти испытание. А если бы я его проходил бы, ну, полностью, мы бы с собой получали бы уже ДНК. ДНК на те же самых черепашек из космоса, которые нам нужны. Мы же их не можем прокачать из-за этого, потому что не хватает, а их нигде больше не найти. Так что делай выводы. Для того, чтобы пройти испытание, тебе нужны сильные персонажи. Для того, чтобы сильные персонажи у тебя появлялись, тебе нужно получать осколки ДНК, раскачивать, развивать и так далее. То есть тут все взаимосвязано, тут нельзя перепрыгнуть. Нет, ты, конечно, можешь на взломке все это сделать. За 3 секунды скачал взломанную версию, и вся игра у тебя пройдена за 3 секунды, а не как у меня за 3 года. Да и то еще не пройдено пока, еще, наверное, года 2 впереди. Как минимум. Наверное, игру быстрее закрою, чем я ее пройду. Вот, ну посмотрим, посмотрим. Мне пока, знаешь, не напрягает, ребята. Прохожу ее и прохожу. Единственное, что надо как бы немножечко, наверное, пореже ее снимать, да? Она у меня на канале просто пестрит всеми красками, затмевая остальные все мои игры. Так, ну что, нормуль, мы с тобой идем. Вот, кстати, на Новый год они могли бы, знаешь, что сделать? Я вот так сидел, думал, на Новый год они могли бы новым, ну, не новым, а вот этим вот персонажам сделать какие-нибудь новогодние костюмы, да? Те же самые бороды, колпаки. То есть под Санта-Клауса переодеть. А почему бы и нет? Было бы прикольно. Я не думаю, что сделать скин такой для разработчиков прям проблема. Они же делали в этом, в Драконы, Всадники, Олуха-то, зиму. То есть они полностью меняли ландшафт
То есть там падал снег, то есть зимняя обстановка. Здесь, я думаю, надеть костюмчики никаких проблем бы не было. Мелочь, но было бы приятно. В этой игре, да, «Вперед на зомби-войну», даже там и то персонажам давали костюмы. Ну, давно, правда, сейчас уже вроде бы такого нету. Там только лишь один этот Нельсон, или как его? По-моему, Нельсон, да, который с дробашом. Он только имеет костюм Санты. Но там есть скины другие, помимо этого. Здесь бы тоже, вот, я тебе говорю, не помешали бы новые скины. Вообще, когда в играх даже растения против зомби в этой игре тоже есть скины. Ты их покупаешь там за игровую валюту, можешь, конечно, и, по-моему, даже за донат не покупаешь. Хотя вроде бы и есть там такое. Но все равно как-то вот персонажик уже по-другому выглядит, уже как бы приятно глазу, да? Оно же все приедается, вот когда от раза к разу одни и те же физиономии смотришь, уже ж подташнивает от них. А так, хоть небольшое разнообразие уже было бы приятно. Так, ну что, давай попробуем сейчас тут. Без приключений. Я вот смотри, уже сколько играю, да? А они еще до сих пор 49 уровня. То есть даже барьер полтинничка не перепрыгнули. А мы с тобой уже отыграли нехилую дюжину наших слабеньких бойцов. Вот об этом я тебе и говорил. То есть мы сейчас, наверное, скоро уже с тобой попадем в сёгуны. От сёгунов нам нужно будет добраться до сёгуна 3 звезды. Я надеюсь, у нас сегодня это получится. Вот. Ну а там уже можно, в принципе, закрепляться. Закрепляться. Закреплять свои позиции. Потому что неделька уже, в принципе, ребята, на подходе. То есть уже, что там у нас, четверг, по-моему, если не ошибаюсь. Осталось совсем чуть-чуть. Блин, время в отпуске, ребята, летит молниеносно. День за днем. Как говорится, не успел проснуться, а смотришь, уже неделя позади. Да? Это не говорит о том, что я сплю неделями. Нет, ну просто как-то вот. А когда работаешь, наоборот, время так тянется долго. Прям как каторга такая. А на отдыхе всегда все быстро. И это еще не берем того, что я никуда не поехал. Я просидел дома. А если бы ты в отпуск куда-то уехал, там вообще месяц как один день пролетает. Так, ну что, ладно, давай мы с тобой сейчас доиграем, отыграем. Я единственное, что не знаю, что мы будем с тобой делать после арены. Просто ума не приложу. У нас испытания с тобой уже пройдены, по крайней мере, которые сейчас открыты, пройдены. То есть, получается, что, идти за жетонами только? Так я их могу за кадром сделать. Получается, у нас сегодня только одна арена будет. Выходит так, раньше мы как с тобой делали? Проходили аренку и плюс прихватывали одно испытание, да? Но так как они нам с самого начала недели сделали небольшую пакость, да? А пакость заключалась в том, что была недоступна арена. Мы с тобой на одном дыхании прошли все испытания сразу же. И вот теперь у нас остается только арена. А с завтрашнего дня, по-моему, открывается только лишь испытание на Шредера и платиновое испытание, которое тоже нам нужно будет с тобой проходить. Шредера, в принципе, не обязательно, но мне просто нравится там драться. Именно с этим Шредером. Особенно, когда он там превращается в зомби. Вот, и ко всему прочему, там у нас, естественно, мы набиваем осколки. Осколки для того, чтобы прокачать наших персонажей именно седьмую ступень скиллов. И скиллы, как ты понимаешь, я буду прокачивать именно массовые. Кто-то говорит: Рэй, у тебя там у Саги есть, что ты можешь прокачать, там еще у кого-то. Ребят, я понимаю, но прокачивать мне нужно именно массовые удары. Вертушки, вот это вот все. У Джастина там противный запах изо рта, вот такие скиллы мне нужны. Одиночные как бы мне не имеют, как сказать, такого авторитета и приоритета, чтобы на них все это тратить. Я лучше немножечко подкоплю, прокачаю до седьмой ступени супер имбовый скилл и, как говорится, не буду горе знать. Вот к этому надо стремиться, ребят. Так, ну что, мы уже с тобой в сёгуне, как ты видишь, да? Одна звезда, естественно, мы с тобой сейчас доберемся до сёгуна 2 звезды. Персонажей пока вроде бы хватает. Единственное, я не могу понять, почему я до сих пор уже который бой нахожусь на 15-19. Вот. Видишь? Колян услышал мое возмущение и сразу дал 15-20. Отлично. Так, у нас уже... Слушай, ну героев пока хватает. Я думаю, вполне нам хватит, чтобы зайти в сёгуна 2 звезды. Может быть, даже где-то половиночку до 3 звезд дойдем. Это будет классно.
Единственное, что хватило бы у нас откатов. Я думаю, и откатиков у нас хватит. Здесь можно было бы, мне кажется, сделать какие-нибудь новые боевые режимы. Вот в этой игре можно было бы действительно сделать реальный PvP с реальными персонажами. Да тут много чего можно делать, ребят, я вам серьезно говорю. Много чего. Потенциал в играх, он, знаешь, как тебе сказать, неисчерпаем. Немножко смекалочки, немного, как говорится, идеи, и все. И игра засверкала новыми, как говорится, красками. Неужели разработчики этого не видят? Что в эту игру играет, ну, очень много народу. Не знаю, от чего они отталкиваются. Если бы они, как говорится, себя плохо чувствовали бы в плане бюджета, они бы тогда не делали новые игры, понимаешь? Просто бы свернулись и все. Но нифига подобного, у них сайт, я заходил, все там пучком. Правда, они почему-то переключились на такие игры, как «Три в ряд» и еще там что-то. Не знаю, что их сподвинуло. Может быть, в простоту? Может быть, эти игры им приносят больше дохода? Это, короче, их дело, но я говорю, что они, если бы захотели, могли бы сделать. Это тоже касалось многих игр, в которые я играю. Те же самые «Вперед на зомби-войну». Я уже говорил это в том выпуске, в прошлом. Как бы уже повторяюсь, но просто обидно, обидно. Что нормальные игры как бы сворачиваются, да, тот же самый Angry Birds, Epic. А какой-то фуфло, в которое никто не играет, которое пропитано рекламой сплошь и рядом, продвигают дальше. Понимаешь? Оно пропитано рекламой сплошь и рядом, люди отписываются от этих игр, никто в них не играет. А они в них тратят столько ресурсов, продвигают эти игры. И выхлопа ноль. А тут никакого выхлопа не надо, ребята. Тут вот, готовый продукт. Как говорится, продайте мне права. Я сам, ну, как сказать, продайте мне права. Я не разработчик, я, конечно, ничего бы здесь не сделал бы. Ну, предположим, да, если бы мне сказали: парень, давай, сможешь с этой игрой что-нибудь сделать? Пш, да ради бога. В легкую. И я больше уверен, что вам бы всем понравилось бы. Ну, конечно, на вкус и цвет приятелей нет. Кому-то понравилось, кому-то нет. Ну, можно было бы здесь очень много чего сделать прикольного. Тут же не обязательно делать все по мультсериалу. Тут же можно что-то своего добавить в конце-то концов. Ну и что, что мультсериал закрыт? Есть же другие мультики. Добавьте героев из последних вот черепашек. Я знаю, что они, мягко говоря, ублюдско выглядят и сами по себе как бы это. Но вы же добавили сюда, извини меня, пасхальных Бибоба и Рокстеди. Пасхальных, которые вообще никакого отношения не имеют. Можно и было бы и там бы также включить их в этот сюда. Ирму включить. Вот это вот безумные мутанты это у нас, да, игра Черепашки-ниндзя. Ты же видел, сколько там? Там Рахзар, там Чингис. Вот этих персонажей, да, в легкую можно сюда воткнуть, в эту вселенную. Пс, не знаю я. Новых персонажей, новые какие-нибудь арены, тематику новую, и все. Все, многого не просишь, да? Но ведь нет, тяжело, видимо, им. Ладно, закрываем эту тему, потому что уже, как говорится, сотрясаем воздух зря. Ничего здесь не изменит, ничего здесь не улучшит. И вряд ли кто-то будет слушать это мнение мое. Кого оно вообще интересует? Это, как говорится, чисто крик души моей, блин, так скажем. Как вот у Карайки крик души есть, и так же у меня, блин, порыв такой. Так, ребята, у нас с вами, тем не менее, становится всего лишь 3 отката. Вот это я заигрался. 3 отката. Куда я с ними? Всего лишь 3 боя смогу провести. Молодец, Рэй. Ладно, а фиг ли делать? Мы хоть полтинник... А, так мы уже все, ребят, полтинники отыграли, но пошла имба. Пошла имба, значит, Леонардо уже можно не откатывать. Да, получается так. Ладно, поехали. Так, сегодня на втором канале выйдет видосик по призраку Цусимы. Мы дальше продолжаем историю за наших самураев. В прошлой серии мы закончили серию про Норио, про монаха, который отомстил за своего брата, убил злодея. Сегодня, наверное, будем либо за лучника, либо за Масаку. Посмотрим, посмотрим, кто там будет у нас. На кого первого нарвемся, за того и будем играть. Так, ну что, Лео, я думаю, откатывать не стоит. Возьму, наверное, здесь Усаги. Возьму майки Лео. Ну и вот этих вот двоих гаврюшек.
Слушай, нам, по-моему, придется с тобой делать откат на двух персонажей. Там не хватит у нас по боевке до фулл комплекта. Да, скорее всего, не хватит. И к тому же, да, один из подписчиков сказал мне: Рэй, в этой игре 81 герой, по-моему, если не ошибаюсь. 81-82. До суточки догоните. В легкую, что вам стоит 18 персонажей добавить? Это было бы круто. Вот серьезно говорю, это было бы круто. Тем более есть кого добавлять, ребята, есть. Не надо из пальца ничего высасывать. Есть. Блин, опять возвращаюсь в эту тему. Хочу от нее отойти и все равно возвращаюсь. Да. Ну что, давайте мне там 16-21. Вот. Стоун. Блин, как обидно, а? Ну смотри. Ай-яй-яй, два персонажа, как всегда, ребята не в удел идут. Эх, и как бы отыграть хочется, и откаты тратиться не хочется, потому что их всего две штуки у нас. Два отката. А мы можем с тобой двумя персонажами отыграть. Ну, это смысл, в принципе. Ну-ка, давай. Изи, ребята. Он еще причем вешает постепенный урон. То есть то же самое, как у Саги. Это классно, на самом деле. Да, Супер Шреддер, конечно, крут. Блин, чуть-чуть не хватит нам, да? Совсем маленько, ребят, чтобы перейти все внутри звезды. Ладно, я беру, наверное, этих двух последних наших гавриков. Это кто у нас там выходит? Не лучший, конечно, вариант, но... Как думаешь, пройдем двумя? Давай такой мини-челлендж. У тебя есть время. Время в комментарии написать, смогу ли я пройти двумя. Два персонажа, Рахзар и Донателло, 80 уровня, против пятерых, 59, 58 и 60 уровень. Все? Успел написать? Тогда поехали. Я, во-первых, поставлю провокацию на Рахзара. Оу, Майки усиляет атаку. Опа. Рахзар получает повреждение. Так, то есть постепенный урон я уже не повешу, да, на них? Понятно. Поехали. Сюрики. Ага, вот оно как. Тихо-тихо-тихо-тихо, Лео, успокойся. Оу, щет. Да как так-то? Как так ж... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, ребята, потише. Так, кто сейчас будет ходить? Шреддера надо убирать отсюда, ребята. Я знаю его на попрыгульке. Так, Майки, с своей бомбочкой. Блин, я просто не думал, что они так Рахзара у меня запинают. Эй! Слушай, а Майки-то что такое? Блин, Майки, Лео. Давай Лео, наверное, бомбанем. На! Так, Ванюша, а ну-ка иди-ка отсюда. Погуляй. Слушай, у Майки еще... Ага, они переключились на Дони. Ну-ка, вырубим. Чуф. Найс. Так, я повешу все-таки здесь защиту, ребята, лучше. Ну-ка. Ать! Вот защита нам и пригодилась. Все. Кто, ребята, написал, что я справлюсь, тот, как говорится, был прав. Был прав. А я что-то немножко засомневался, уже думал, неужели сдуемся? Ну все, друзья мои, мы с вами прошли сегодня аренку. Да, всего лишь на 4 ступеньки поднялись. И вот самое обидное, что сейчас вот ничего не могу сделать, ребят. Вообще. Давай-ка мы посмотрим, что у нас там по испытаниям. До начала 2 дня. Блин, я бы с удовольствием сейчас поиграл бы здесь. С удовольствием, понимаешь? Но не могу. Они еще закрыты. Ничего себе у нас с тобой накопилось-то здесь сколько. Вау. Смотри, у Рафаэля можно сделать до 7 ступени. Кстати, а сколько нам не хватает вообще этих? Ну-ка давай посмотрим, Лео. В первую очередь у тебя 5, всего лишь 5 не хватает. Но здесь еще нужно, конечно, дух получить. 5 вот этих. Ну, в принципе, кажется, да, это не так уж и много. Но с таким шансом, как они выпадают, это уже кажется мне вечностью. Так, давай-ка здесь, наверное, вот так сделаем. Блин, 5 ДНК, ребята, 5 ДНК на Лапекс, и она получит фуловую 5-ю звезду. Это будет круто. Так, сегодня мы, скорее всего, с тобой поиграем еще, знаешь, во что? В Tower Conquest. Так что ожидай. Тут 5 ДНК не хватает.
Тут не хватает всего лишь 14 ДНК. Да. Ну что, пойдем, наверное, жетончики тогда с тобой, наверное, все-таки набьем. Тут сколько? 4 эпизода, я думаю, на одном дыхании пробежимся. Но я тебе скажу, последний бой со змейкой Вьюном, наверное, даже придется несколько раз переигрывать, потому что, ну, он такой жучара, что может и пробить. Да. Поехали. Здесь пока на изи. Здесь ему достаточно удара. На втором эпизоде ему тоже достаточно одного удара. А вот третий, четвертый, там, конечно, Харабор еще такие штуки вытворяет. Ха. Так, 40 жетонов. Ну, жетоны нам нужны, ребят. Сам понимаешь, да? Мы же хотим прокачать героев? Хотим. Поэтому жетончики здесь нужны. Тем более, любая возможность, где их можно пофармить, нужно использовать. Ага, тут он промахнулся, но это понятно. 40 уровень. На тебе. Ага, с одного удара как бы не так. С двух получается. Ну ладно. Третий эпизод будет немножечко понапряжнее, а вот в четвертом... Да. В четвертом он нам задаст жару. Раньше я использовал вместо Джастина змейка Вьюна тоже. Но теперь у меня здесь стоит Джастин. На самом деле я не вижу большого преимущества у Джастина. Но все равно, пускай стоит. Поехали. Тыч. И добивочный. Ух. Хотя постепенно урон, да, ребят. Ну вот, а сейчас, сейчас будет посложнее. Он сейчас, он, понимаешь, он ходит по два раза. У него очень большая инициатива. И он просто не дает мне шанса, так сказать, ну, сделать удар. Надеюсь, сейчас все получится. Один персонаж, обычно остается у меня Армагон. Вот, смотри, начинается. Хоба, понижает атаку сразу же, прикинь. Ну что это, ну ё-моё, ну... Вот, вот начинает, короче, ребята, он. Тут вообще и защиту понизил. И атаку. Да. Так, ну что, попробуем. Угу. Минус Зек. Минус Джастин. И, грубо говоря, мне ничего не остается, да? У меня есть, конечно, защита, но он ее пробьет. Он по два раза ходит, ребята, вот и все. Твою же налево, даже три раза он сходил, ты понимаешь? Три! Это что-то, конечно, жуткое. И вот так вот приходится пыхтеть. Хорошо, что эти попытки бесплатно, вот это мне нравится. И тут приходится вот именно ждать, что когда ты, гаденыш, промахнешься своими массовыми атаками. Вот, например, сейчас. Видишь, он понизил только лишь броню. Атака у нас с тобой осталась прежней. И вот этим нужно пользоваться. Но он... Он делает в ответку, и опять, ребята, все пошло наперекосяк. Блин, даже мы ему не смогли понизить, извини меня, атаку. Но зато понизили броню. Минус Джастин. Ну-ка. Ага, заблокировали, хотя это... Ну как так? Наверное, не пробьем, а может быть пробьем. Сейчас посмотрим. Так, если мы сейчас с тобой сделаем ему... Ой, он меткость. Смотри, он это специально, ребята, сделал. Смотри, меткость. Я фиг попаду по нему. Да он добьет. А че это он так стал ходить-то? Такого, ребята, никогда не было. Что он по три раза ходит? С какого, блин, перепуга-то? Он ходит три раза. Он первый, второй, потом третий. Такого не было. Че за бред? Он два раза максимум ходил. Но не три. Приплыли, блин. Ну-ка, давай. Меткость сразу понижает. Ну, блин, а. Ой. Массовая опять пошла. Так, ладно. Поехали. Тройной укус. Блин, раньше я сносил ему половину здоровья. Сейчас четверть. Чё за бред? Так, Зек вообще, ребята, не отыграл в этом, в этой партии. Вообще не отыграл. Надо на него вешать вот постепенный урон. Вот тогда, ребята, мы победим здесь. Все, постепенка висит. Давай сделаем вот так вот. Умоляю. Все, ему крышка должна быть. В плане, блин. Блин, у нас меткость понижена. Ну, давай попробуем, мне кажется, промахнемся. Вот так вот, ребята, приходится за кадром пыхтеть. Пыхтеть, чтобы победить змейка Вьюна. Ну, я тебе говорю, если
например, Армагона прокачать до соточки, он бы рвал его только шорох. Тройным укусом сразу бы больше половины жизни бы отнимал бы. А там оставалось бы просто его добить. Ну все, мы получили с тобой соточку жетонов. Итого у нас 400. Думаю, неплохо, ребят. Ну а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!